Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли к нам на канал. У нас сегодня солнечное утро, снимала я в пятницу. Я здесь проснулась в 4:30, мне так захотелось есть, у меня давно такого не было. Я пошла, перекусила, потом полежала и поняла, что все, я заснуть не могу. Пролежала где-то час-полтора и ближе к 6 уже встала, думаю, пойду я готовить завтрак. Причем даже Сереженька, который обычно просыпается в последнее время рано, он даже спал где-то до 8:30. Вообще все спали. Даже когда блендером погружным взбивала творог, думаю, наверное, сейчас кого-то разбужу. Но никто даже не проснулся. Поэтому я спокойно приготовила запеканку и сварила кашу. Подробный рецепт запеканки я оставляла у себя в телеграм-канале. Кому интересно, переходите. Готовится очень просто, а главное, она получается вкусная. Хоть я творог не ем, но дети в восторге и просят, чтобы я им наготовила так. Запеканка получается как суфле. И готовится она не с мукой, а именно с манкой. Мне кажется, за счет этого она и получается такой воздушной. В этот раз я решила порционно детям сделать запеканку. И хочу сказать, что хватило даже на 2 раза. Они на завтрак поели кашу пшенную и половину съели запеканки, и потом еще доели. Хотя вот только Ксюша. Ксюша, она у нас всегда на завтрак хорошо ест. И вот она съела целую тарелку кашу и целую тарелку запеканки. I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song. Такой ароматный чай, здесь прям черная смородина плавает. Каша пшенная сварилась, и мне осталось добавить только сливочное масло, и буду уже ждать, когда дети начнут потихоньку просыпаться. Ну что, то, что у меня стояло на верхнем уровне, все уже запеклось, запеканка поднялась, потом осела. Здесь еще, смотрите, как она выступила сильно. А тут у меня еще запекается внизу. Сейчас подрумянится, буду тоже доставать. Духовка грязная, нужно будет ее мыть, но, наверное, не сегодня точно. Время без 5:08. Дети еще все спят, кроме Леши. Леша вот только проснулся. А так, тишина в доме, все спят. Довольно быстро стали все просыпаться, стала я накладывать кашу, чтобы она остывала, и буду уже всех звать на завтрак. Всем добрый день еще раз, вы представляете, покормила детей, они собрались и пошли с нянечкой гулять, я думаю, прилягу немного, полежу, и я заснула на 2 часа, и вот я проснулась, в доме тишина, видимо, еще гуляют, я так хорошо поспала, прям бодра, пошла, сходила в душ, сейчас немножко подкрашусь и хочу навести здесь немножко порядок, там постель заправить по мелочи, и опять накопилась гора вещей, думаю, разберу. А еще нужно идти готовить обед.
Я думаю, сегодня сделаю суп с фрикадельками. У меня еще в заморозках остались фрикадельки, поэтому быстренько так сварю. Я поняла, что у меня мало времени, поэтому я пришла сразу на кухню, почистила картошку. Сейчас нянечка пришла, Сереженька, а малыши еще гуляют. Поэтому быстро сварю суп. Достала фрикадельки. Морковка у меня уже тертая. Мне сейчас надо будет только порезать картошку и лук. Лук я беру половинку, не очень люблю, когда много лука. И все, сейчас буду варить супчик. Ну все, суп готов. Я еще добавила туда макарошки, фигурки дети любят. И он получился наваристым, сытным и, главное, очень быстрым. В суп я добавила еще сметану, и дети любят, когда еще сметану им кладут на хлебушек. После супа все легли спать, но так как я уже отдохнула перед обедом, я приступила к небольшой уборке в нашей спальне. We just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Ну и теперь спокойно можно разложить вещи. Я говорила, что здесь тихий час, поэтому я спокойненько сама все это разобрала. И, казалось бы, вроде огромная гора, но когда начинаешь складывать, не так-то вещей и много. Обычно старшим детям я в сторонку откладываю их вещи, и они уже потом забирают и сами складывают. Но тут у меня и Таечка приболела, я сама решила ей сложить, помочь. Ну и так, в основном здесь детские малышковые вещи. Пока складывала вещи, мне попадалась одежда, которая не отстиралась. В основном это футболки Андрюши, Сережи. Поэтому я их складывала в сторонку, чтобы потом прокипятить с отбеливателем. Смотрю сейчас под Сережину кровать, а там вата от бортика. Я говорила, что только зашьешь в одном месте, из другого места уже все равно вылезает. Видимо, этот бортик уже надо убирать. В комментариях увидела, вы спрашивали, как сейчас Сережа спит с нами или уже в своей кроватке. Все хорошо, засыпает он в своей кроватке, но при этом нужно рядом с ним полежать. Когда он спит уже, я встаю или Сережа, уже ложимся к себе, но под утро он все равно к нам приходит. Было несколько раз, когда он лег вечером и проспал до утра в своей кровати, но это было совсем немного раз, но я думаю, это дело времени. Кровать мы специально раздвинули по максимуму до 2 метра, чтобы было удобно укладывать или мне, или Сереже. Мы высокие. Ну а потом, когда Сереженька будет уже засыпать сам, мы ее обратно сдвинем, и она будет покомпактней. Поменяла постельное белье Сереже, и пока у меня есть время, я решила погладить детскую школьную форму и заодно отпарить платье и рубашки к празднику. У детей воскресенье выступление. Нянечка уложила Сережу спать у старших в комнате, поэтому в этой комнате, в нашей спальне, я могла спокойно как раз и убраться, и погладить. Talk all night if you want. I ain't got no place to be. No one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. 'Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself fall in love. I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? Turn up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? When you talk, listen close. There's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry.
I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? Немножко с вами поболтаю. Сейчас у меня дети проснулись уже, пополничали, и кто-то уже гуляет на улице. Нянечка сейчас тоже пойдет гулять с Сереженькой, если не ушла. Как-то тихо в доме. Сегодня пятница, и она уже поедет домой. А нет. Идет Сереженька. Еще не ушли гулять. В общем, я пришла к малышам в комнату. Ой, такой удобный здесь диванчик тоже. А нянечка моет Сережу. Ну так вот, все у нас хорошо. В среду съездили в роддом, по анализам все хорошо, с малышкой тоже хорошо. Единственное, у меня немного упало железо. Сказали, что пить прописали. А так в целом, слава богу, все хорошо. Сказали, в 39 недель уже быть... Дверь наша тихая. Сказали, в 39 недель уже быть поближе к роддому. Ой, так что... Но осталось немножко, у меня сегодня ровно 37 недель, пошла 38-я. Вы спрашивали по поводу контракта, я не заключаю контракт с каким-то определенным врачом. Мне так мой врач, у которого я наблюдаюсь, так и сказал, что нет смысла выбирать какого-то определенного врача, потому что если у меня роды стремительные, а они всегда стремительные, то мало кто-то едет быстро ко мне. В общем, нет смысла, и поэтому я взяла... Просто мы заключили контракт именно с дежурной бригадой. Вот. И что хорошо, если вдруг я туда не доеду, не рожу, мне потом все деньги, они возвращаются. После роддома мы поехали посмотреть дом. Такой хороший дом. Я, наверное, сегодня не договорю. У меня села камера, я опять вернулась в нашу комнату. По поводу дома. Съездили, посмотрели дом. Мне он так понравился. Вот первый раз прям заходишь и чувствуешь твое. 5 комнат. На первом этаже теплые полы, 2 санузла, ну, на первом этаже санузел, а на втором этаже есть комната для санузла, но они еще там ничего не делали. В общем, с мебелью, с кухонным гарнитуром, все хорошо. Но когда въезжаешь в поселок, поселок не закрытый. А когда заезжаешь в поселок, очень грязно, какие-то болота, канавы, мусор, очень много... Строители, там идет стройка, и прям я так расстроилась. Но я поняла для себя, что идеальнее всего, когда поселок закрытый. Вот здесь у нас закрытый поселок, есть площадка в этом поселке. Как-то чувствуешь, что здесь безопасно. Там же нет, там все. Заезжай, кто хочешь, там и покататься негде. Нет ни площадок, дороги, асфальта нет. В общем, как-то так. Но дом хороший. Но я поняла, что нет, все равно. Главное еще по поводу школы тоже. Чтобы школа была и занятия. А это все тоже не близко. В общем, хотя дом из бруса. И у него фундамент прям плиточный фундамент. Говорят, это очень хорошо. Такие вот дела. Так что дальше смотрим. Поснимать именно дом. Я даже не стала спрашивать у хозяев. Мне даже неудобно это было делать. Но поснимала, что там вокруг. Я думаю, я сюда как раз это уже вставлю. И, наконец-то, я более-менее собрала сумку в роддом. Сейчас вкратце вам расскажу, покажу, что я взяла, потому что было очень много просьб показать. Поэтому тем, кто собирается в ближайшее время в роддом и сумку вы еще не собирали, то, я думаю, вам, может быть, будет полезным это видео. Ну, а тем, кому в роддом не нужно, можно... смело перемотать это видео, этот отрывок. Итак, более подробно я рассказывала в 2020 году, что я с собой беру обычно в роддом. Поэтому я под этим видео оставлю ссылочку прямо в описании на то видео. И вы там посмотрите. Там как раз я собиралась в роддом с Сереженькой. В первую очередь, конечно, когда вы приезжаете в роддом, вам понадобятся документы. Туда входит паспорт, СНИЛС, страховой полис, обменная карта и контракт, если вы его заключили. Также обязательно берите с собой водичку и удобно с собой брать воду с такой крышкой, чтобы вам ничего не откручивать, просто колпачок открыть и пить водичку. Мне как-то она обычно не пригождается, но я все равно с собой ее, конечно, беру. Также
Обязательно с собой беру каплю в нос. У меня в это, вообще во всей беременности у меня начинается ринит беременных, и без капель я просто не могу. И мне кажется, для меня самое страшное – это поехать в роддом без капель. Потому что если у меня будет заложен нос, это ужас просто. Ну и, конечно же, вам понадобится зарядное устройство и тапочки. Тапочки я еще жду, когда придут. Еще не доехали до меня. Резиновые тапочки. Начинаю быстро говорить, и мне прям дыхание перехватывает. И еще вам понадобится несколько пакетов для верхней одежды. Если вас привозят родственники, чтобы вы свою одежду, в которой вы приехали, положили в пакет. То есть вам понадобится пакет для обуви и пакет для одежды. И чтобы передали супругу или родственникам. А дальше, что вам понадобится уже после родов? Опять же, здесь не полный список, я еще не до конца все купила. Полный список как раз вот видео за 2020 год. По поводу гигиенических принадлежностей. В этот раз я взяла такие тюбики. Сюда еще не переливала шампунь, гель для душа, бальзам для волос. Взяла такой набор, сюда перелью и уже в косметичку уберу. Также, конечно, вам понадобится зубная щетка, паста, дезодорант. В общем, гигиенические принадлежности. Да? Бритва, прокладки. Пилигрин я еще ни разу не брала. Ну, попробуем. Также сюда беру влажную туалетную бумагу. Послеродовые трусики тоже взяла. Этой фирмы не брала. Знаете, заказывала в этот раз почти все на Wildberries, потому что у нас в городе я мало что нашла. А также вам понадобится топик для кормящих, либо бюстгальтер, и прокладки для груди. Я, кстати, в этот раз взяла попробовать Медела, не пробовала. Вообще, если все хорошо, то в роддоме обычно выписывают на третьи сутки. И, как правило, еще пока вы в роддоме, молоко еще не приходит. Оно приходит на вторые, на третьи сутки, поэтому целую упаковку вам брать не нужно. Поэтому я возьму несколько штучек, переложу в пакет. А также я взяла вот этот крем. Вот это очень классный крем. Помню, когда родилась Ксюша, она у меня висела на груди все 3 дня, пока я была в роддоме. И у меня были очень сильные трещины. И именно этот крем просто меня спас. Заказала на Wildberries. Правда, пришел очень маленький тюбик, поэтому смотрите на объем. Я думала, он будет побольше. Также я взяла салфетки для груди и одноразовые пеленки. Когда вы будете в роддоме, очень удобно под себя на кроватку подложить. Поэтому именно для себя я взяла тоже несколько пеленочек и взяла себе ночнушку и халат. Но обычно в роддоме все это дают. В этот раз увидела на Wildberries с хорошей скидкой. Думаю, возьму. Недорого стоил комплект. Так, и для малышки. Ну, для малышки, в принципе, много чего не нужно. Обязательно с собой памперсы возьмите. Я уже приготовила, но я побольше возьму. Памперсы, гель для подмывания. Я взяла соски. Опять же, Ксюша, вот я говорила, висела у меня 3 дня на мне. Мне уже просто было ее больно кормить. Молока не было, когда в роддоме была. Как раз трещины тогда были, и соска – это просто спасение. Ну, а так, конечно, лишний раз лучше сосочку не давать, пустышку. И я взяла еще несколько слипов. Взяла именно с такими царапками, чтобы можно было, если что, одеть в такую пижамку. И чтобы она себя не поцарапала. Здесь вот нет, просто размер маленький, поэтому возьму, видите, какой маленький, на 50 сантиметров. Так, что еще я не показала, не сказала. А по поводу полотенец тоже с собой возьму. Возьму для лица, ну и полотенце для тела. И моющиеся тапочки, повторюсь, у меня еще они не приехали, поэтому я жду. Так что тоже понадобится. И еще, когда вы приедете в роддом, вам понадобятся компрессионные чулки. Я тоже их еще не прикупила. Тоже сейчас как-то строго спрашивают. И еще не сказала, что я с собой крем специальный под подгузник никогда не покупаю, не беру. Я беру обычный Бипантен, хороший крем, поэтому я еще сюда доложу Бипантен и влажные детские салфетки, потому что их я еще не докупила.
Вообще на сайте роддома всегда есть список, что нужно вам в роддом. Пишут, нужны шапочки, носочки, я это не беру. Поэтому показываю именно то, что конкретно мне понадобится. У меня разрядился стабилизатор, надеюсь, не очень будет сильно трясти. И, конечно, на выписку вам понадобится одежда для малыша. Я приготовила, если будет теплая погода, то у нас будет обычный слипик, пижамка, и тепленький такой комбинезончик. Ну, не прям толстый, но на теплую погоду будет хорошо. И шапочка. Но я думаю, что я еще возьму шапочку какую-нибудь под эту шапочку, именно на завязочках. Также вам понадобятся памперсы. Ну, у меня будет прям, знаете, отдельный пакет на выписку, поэтому я туда же положу именно памперсы. Ну, а если будет прохладно, то у меня есть такой конвертик еще от Сереженьки, поэтому положим в этот конверт. Удобно, что и в автокресло можно ребенка будет положить в этом конверте. Ну и, конечно, заранее соберите пакет одежды для себя и не забудьте положить туда обувь, потому что часто бывает, что мужья забывают про обувь и привозят только одежду. У меня такого случая не было, но я все равно прослежу, чтобы мне не забыли обувь. Так что про себя ни в коем случае не забудьте. Вот так вот. Ну, я вкратце показала подробный список, что я беру. Опять же, повторюсь, оставлю под этим видео в описании на мое старое видео. Буду с вами уже прощаться. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что вам оно было полезным. Ставьте пальчики вверх и всем пока-пока!